Hey, dort sind Soldaten. Was sagen Sie? Was sagen Sie? Sprechen Sie Deutsch? Russisch Schwein. Ich bin zu müde, ich bin zu macht. Ich habe 14 Menschen gemacht. Ist verstehst du? Verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Sprechen Sie Deutsch? Nein. Warum? Klar, ich warum? Ha? Warum? 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 Ha? Ein wenig Deutsch, aber ich kann es sprechen, ja. Ja. Du Schwein. Du bist ein Groß. Schwein. Grüße Schweine. Pidarasa. Totenkopf. Totenkopf, ja. Das ist so ein Mensch. Deutsch. Deutsch, komm zu mir! Komm zu mir! Du bist sehr gut, da auf Deutsch? Ja. А вот и баночка мне пустая. Най! Deutsch, please. Deutsch, bitte. Eine kleine Lalala, Lalala. Komm her. Ich bin zu müde, ich bin zu macht. Ich habe 15 Menschen gemacht. Loch! Deutsche Volke! Von der Hundstarrat! Tack ich schwitt! Nein, klar. Von der Hundstarrat! Tack ich schmitt! Sei! Eine kleine Lange. А это мое. Чё там ногти шкребёшь? Чувак. Чувак. Чувак, не тормози. Кеннет, ком zu mir. Nein. Я говорю мадей? Nein. Sprechen Sie Deutsch? Nicht. Warum? Warum? Ich habe... You haben? Haben. Komm zu mir. Komm zu mir, kleine... Sprechen für ein, eure deutsche Volke. Ein, zwei, Butterbrot. Ein, zwei, Polizei. Ein, zwei, ein Butterbrot. Nein. Na klar. Was? Kein Klott.
Warum? Nein, ich weiß nicht. Ich bin müde. Wie müde? Ja. Müde als Ficken. Чувак ел рисовую кашу с этим, с вареньем и такую вот рыбку. А еще два бананчика скушает. Соленых. Покажи зубы. Виса Тендена. Покажи зубы. Guten Morgen. Say not. Kompis. Покажи зубы. Виса тендена. Nej. Varför? Men man kan väl inte sitta och visa tänderna eller? Visa tänderna. Nej men. Lägger ut sånt där på YouTube. Nej. Ты знаешь? Его зовут Кеннет, этого чувака. Вот этого чувака зовут Кеннет. Ты знаешь, что ты похож на обезьяну? Знаешь ты об этом? Вот это. Шимпанзе. Шимпанзе. Да. Men det är apa. А, это ты. Tycker du att jag är en apa? А? Не. Du är en apa. Так покажи зубки. Горилла. Он говорит, что я горилла. Да. Ты любишь ты курить? Или рёка? А. Он говорит, что любит курить. Сейчас я буду задавать ему вопросы. Ходу эндрём? У тебя есть мечта? Я эндрём он рёкнинг. Най, и оврит. Ходу эндрём? У тебя есть мечта, я спрашиваю? Эндрём о трэнгсель, скаттен ска försvinna. Знаете, какая у него мечта? Что вот эти вот ящики, которые, ну, через которые мы сейчас проезжаем, Берлинская стена вот эта вот, и платим деньги. У него сейчас мечта на сегодняшний день, чтобы она исчезла. И чтобы было больше парковки в городе. Вот это его мечта. И дешевле паркеринг. Ну не мудак человек. Это его мечта, говорит. А продать машину слабо? А Селия Билен? Я måste ha bil. Он должен иметь машину, говорит. Да, говорит, обязательно. Men om du åker buss? Ja. Я спросил, если ты едешь на автобусе? Tar sån jävla tid. Он говорит, это так долго времени занимает. Hur lång tid tar det? Как много времени занимает? Buss. Ja, du, först tar det 20 minuter. Сначала 20 минут. Sen får jag vänta kanske i 15 minuter. Потом он будет ждать 15 минут. Sen får jag åka buss i 15 minuter till. Потом еще будет ехать 15 минут. Это mycket. Получается, значит, 20 минут, 15 минут ждать, 15 минут еще ехать. 15 минут. Получается 50 минут. Ехать на работу. 17 минут. На работу ехать у него, говорит, занимает 17 минут. Men det kostar ett fjärdedel din dagens lön. Va? Åker till jobbet. En fjärdedel? Ja. Tjänar jag så dåligt? Ja. Nej. Jag говорю, что это занимает у тебя одну четвертую часть ехать на машину на работе от твоей зарплаты. Он не верит в это.
Det kostar 29 kronor i trängselavgift. Ой, чуваки, 10 минут. Чо!